Европейский союз настаивает на границе по Днестру для так называемой борьбы с терроризмом. Такое заявление в одном из интервью сделал глава миссии ЕС в Молдове Дирк Шубель. По словам еврочиновника, для борьбы с терроризмом вдоль административной границы с Приднестровьем установят посты, которые будут осуществлять паспортный контроль граждан, въезжающих в правобережье. Очевидно, что в настоящий момент так называемый центральный сегмент молдо-украинской границы не контролируется молдавскими властями. Таким образом, необходимо ввести другие механизмы для обеспечения, по крайней мере, более высокой информированности о лицах, въезжающих в страну. По мнению спецпредставителя ЕС, необходимо найти альтернативу, и эту альтернативу представляют контрольные пункты. Однако, по мнению депутата ПКРМ, экс-министра интеграции Василия Шовы, подобные действия ведут к эскалации напряженности на Днестре, а контроль над миграционным потоком можно осуществлять альтернативными способами, без разделения Молдовы. И в Тирасполе, и в Кишиневе, в Киеве, в Брюсселе очень хорошо понимают, что сегодня есть европейская миссия мониторинга на молдо-украинской границе, так называемая миссия ЕУБАМ. Она выполняет функции мониторинга и контроля за движением грузов. Казалось бы, что трудного провести серьезные переговоры для того, чтобы передать им и функции временно. Даже путем, если потребуется решение парламента Молдовы, передать им функции мониторинга за пересечением физических лиц. Тем более два пункта пересечения, только Платонова и Кучурганы, международные. По словам депутата, заявление спецпредставителя ЕС в Молдове полностью противоречит постановлению, принятому высшим законодательным органом страны. В частности, в одном из пунктов документа говорится, что все меры политического мирного ведения переговорного процесса должны способствовать восстановлению единого экономического, таможенного, социального и оборонного пространства. Как можно восстановить общие единые социальные или таможенные пространства с учетом того, что вдоль берега Днестра будем формировать экономическую границу, так сказать, между двумя частями одного государства? Для меня это становится задачей невыполнимой. Я думаю, все должны понимать, что необходимо отказываться от подобного подхода и переходить к выстраиванию определенных решений, которые бы на внешних границах экономические агенты и правого, и левого берега были в одинаковых условиях. Напомним, неделю назад молдавский парламент принял заявление о ситуации в Приднестровском урегулировании, осуждающее установление любых границ внутри Молдовы.